добежать свое, что называется. Хотя начало сезона, все по-разному, все по-разному. Есть какие-то определенные этапы подготовки. Тренеры знают лучше. Тренеры в Беларуси очень опытные, барьеристки, тем более. Есть чем гордиться. Итак, ушли со старта. Романовская, парахонька. Болдырева неплохо. Но Погребняк на вторую позицию все-таки выбирается. Да, Романовская вне конкуренции, а вот Погребняк все-таки вторая. И она обыграла Светлану Парахонько. Но было интересно, было хорошо. Было хорошо, 13,12 секунды дают Руслане Романовской. Виктория Погребняк повторяет свой результат забега, 13,26. А Светлана Парахонько остается третьей, 13,32 секунды. Вот таков состав призеров третьего этапа королевы российского спорта. А на командном чемпионате страны победу одерживает Виктория Погребняк. Она выиграла чемпионат страны. Командный чемпионат страны. Даша Осипова показала 13,50. Наверное, может быстрее, вернее, наверняка может быстрее.